Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои друзья! С вами ваша Елена. Рад вас приветствовать на моем канале. Милые мои девочки, сегодня у меня для вас масочка. Эта маска поможет вам убрать морщины на лбу, морщины вокруг глаз, морщины вокруг губ, а также сгладить и сделать менее заметными носогубные складки. Также эта масочка подходит для зоны декольте и для наших прекрасных ручек. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Милые девочки, такая масочка обязательно поможет вам сгладить ваши морщинки, сделать их менее заметными и оставаться на долгое время молодой и красивой. Для приготовления маски нам понадобится свежий лук репчатый. Можно взять белый, можно взять синий лук. Это без разницы. Один яичный желток. Свежий мед. Если он у вас густой, то растопите. Я растопила на водяной бане. И масло зародышей пшеницы. У меня вот здесь баночки масла зародышей пшеницы. Если вам мед противопоказан, то вместо меда можете использовать куриный желток. Ну а сейчас приступим к приготовлению. Первым делом я почищу луковицу и натру ее на мелкой терке. Я натерла лук и беру 1 столовую ложку сока от лука. Лукового сока. Добавляю 1 куриный белок. И взбиваю при помощи венчика. Добавляю 1 чайную ложку масла зародышей пшеницы. И добавляю 1 столовую ложку жидкого меда. Если вам мед противопоказан, если у вас аллергия, то лучше всего вместо меда добавить 1 куриный желток. Перемешиваю. Ну вот и все. Наша маска готова к применению. Наносим такую маску на заранее очищенное лицо при помощи кисточки и держим 30 минут. Используем такую масочку 3 раза в неделю, и будет вам счастье. Девчоночки, я приготовила замечательную масочку от морщин. Эта маска многофункциональная, и она поможет вам справиться с морщинами на лбу, с морщинами в области глаз, с морщинами вокруг ваших прекрасных губ, а также убрать, сделать менее заметными носогубные складки. Милые мои девочки, используем такую маску 3 раза в неделю по 30 минут. Смываем маску теплой водой и наносим свой любимый уходовый крем. Если вам понравилась эта маска, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. Желаю вам красоты и здоровья. Жду ваших отзывов. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. Желаю вам красоты и здоровья. Жду ваших отзывов в комментариях и пожеланий. С вами была ваша Елена. Всем пока-пока. Увидимся. Удачи вам. Люблю вас.